Сапора, вокзал, подвал, магазинчик, продающий булочки, который называется Томан. Просто смотрите. Если бы я умел включать релаксационную музыку, видео можно было делать часа на 4. Этот агрегат я здесь помню с момента первого посещения Сапора много лет назад. И снова в работу. Предварительно, конечно, прочистив. Наливаем тесто. Отмеряем начинку. Начали свой большой круг. И прошли к моменту окончания запекания. Переворачиваем. И дожариваем на другую сторону. Ну и вот результат этого труда. Девушки, упаковывающие бесконечно. Почему здесь так пусто? Потому что только 9 утра. В другое время снять ничего невозможно, потому что здесь стоит толпа народа. Некоторых зрителей приходится оттаскивать, потому что есть еще что посмотреть в этом городе.